Друзья, привет! И как всегда делюсь своими покупочками. Сегодня у меня покупка с AliExpress. Итак, это лаки для ногтей, для маникюра. Давайте посмотрим на страничку продавца. Итак, заказала вот 5 кисточек для ногтей разных. Сейчас мы их рассмотрим. Стоят 5 штук, набор $1.29. Дальше лаки заказала, вот разных цветов, лаки по $1.89, топ база и вот такой еще лак. Ну, продавец отправил сразу, спасибо продавцу, то есть вопросов вообще к нему никаких нету. Запаковано, кстати, все хорошо. Было в конверте еще, естественно, я конвертик уже выбросила. И вот такая упаковочка, потому что я переживала, думаю, как же, чтобы не побились все-таки, не, ну, мало ли, может и треснуть бутылочка, все что угодно. То есть упакована отлично вот в такие. Я уже этот лак испытала, вот можно видеть у меня на ногтях этот лак. Отлично, могу сказать, ложится, вот перед тем, как видео снимать, я сделала маникюр. Ну, то есть такой и не жидкий, и не слишком густой. Наносить было очень удобно. Лак хороший, сушится хорошо. Ну, то есть, может, у меня не идеальный, конечно, там маникюр. Я не профессионал так для себя, но, в принципе, лак красивый и наносится хорошо. И это покрытие один раз. То есть один раз я лаком покрывала. Вот такого цвета взяла. Дальше. Там туго. Эти уже не нужны. Вот такой цвет красивый. Надеюсь, что видно хорошо. И красный, по-моему, вот этот должен быть. Ну, упаковано вообще отлично. Вот, красного цвета лак. Ну, то есть, примерно получается где-то 50, ну, 60 гривен. Вот такой лак. Лаки хорошие, отличные. Я, кстати, у нас покупала и дороже лаки, что-то там 90 гривен. Ну, не получилось у меня тем лаком сделать маникюр, потому что он сильно растекался. Поэтому вот даже дешевле. И, ну, и это, не знаю, вот базой топом я не пользовалась. Я, когда сегодня делала топ и базу, использовала то, что я ранее у нас покупала в магазине. Вот такой вот пользовалась. Ну, в следующий раз буду делать маникюр, попробую, конечно, уже то, что с AliExpress. Так, не знаю, это наверное топ, так как жидковат, а это, наверное, получается база. Надо будет почитать, не знаю, где тут видно. Ну, в общем-то, я потом разберусь. Так. Ну, вот это, по идее, вот более густой. Вернее, более густая, это, наверное, база. Надо будет почитать, что тут. Ну, в общем, это... Продавец поблагодарил. Кстати, что интересно, вот в последнее время, это уже, я не знаю, какая посылочка, что начинают они уже на русском языке писать. Так, ну и вот такие кисточки. Каждая кисточка вот тоже упакована. Ну, такие. Думаю, что хорошие. Ну, это могут профессионалы сказать, конечно, хорошие кисточки или не очень. Я пока ничего не могу сказать. Ну, на первый вид, в принципе,
Так, чтобы наносить такие прям тугие. Ну, нигде не лезет ворс. Все прям один к одному. Ну, в общем, они разных размеров. Просто идут чуть больше, меньше. И вот разные кисточки. Взяла пробовать, чтобы были. Вот такая покупочка у меня на этот раз. Если кому-то было интересно, ссылочку на магазин, где это все покупала, цены вы сами увидели, в принципе, недорого. Продавец отправил сразу, то есть проблем никаких нету, даже в связи с тем, что там карантин и все. Все приходит, мы заказываем, все доставляется, ну, как и раньше. Может быть, какие-то посылочки на какую-то неделю идут дольше, да, ну и раньше были вопросы. По некоторым посылкам можно было и за 2 недели могла прийти посылка, а бывало, что и месяц. Ну, точно так же и сейчас. В общем, вот такая посылочка, покупочка, которой я очень рада. Будем пробовать, будем дальше делать сами маникюры. Ну, я надеюсь, что со временем будет у меня лучше получаться. Кстати, мне в прошлый раз в видео я купила фрезер, да, для ногтей. И посоветовали купить, сейчас покажу, может кому-то интересно. Вот, купила я вот такую насадку пламя с красной полосочкой. Это посоветовали. Реально она, конечно, крутая, классно вот работать с ней. Я не могу ничего плохого сказать за вот эти насадки. Ну, конечно, я попробовала там разными, возможно, я еще не сильно знаю, какой для чего, но вот этой пробовала, этой. Ну, в принципе, они тоже хорошо все подчищают и, в принципе, нормально ими работать, не знаю. Ну, для интереса купила то, что посоветовали. Да, она классная. Вдруг кому-то интересно, вот показываю, какая. Не знаю, видно. Вот так. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.